В 2019 году в своем послании Алексей Геннадьевич Дюмин поставил перед нами амбициозную цель перейти к строению сетей связи и предоставлению услуг связи населению не только в крупных городах, но и уже делать акцент именно на отдаленные, в том числе сельские и малочисленные территории. Благодаря поручению Алексея Геннадьевича была разработана программа по субсидированию операторов связи, которая помогает операторам связи строить сети для предоставления услуг доступа в сеть интернет в малочисленных и так называемых нерентабельных населенных пунктах. В этом году в 124 населенных пунктах были построены сети связи, это малочисленные населенные пункты. По сути дела, этот показатель в три раза превысил показатель 2018 года. Из этих 124 населенных пунктов 24 населенных пункта именно построены благодаря субсидии.